Акаю Гадзаймас, здорово ночевали. Заключительный ролик техник раздела Хашири Гакари Мугайрю Майшиха. Из-за непогоды, дождей в Волгоградской области съемки этого ролика пришлось перенести на неделю. Но сегодня снимаем ката Шихо. Как понятно из названия, у нас 4 оппонента. Одна из сложнейших ката, не только по исполнению, не только по обилию резов. Их там по числу оппонентов 4 человека, ну и по таймингу выполнения. То есть, возвращаясь к теме, которую я регулярно поднимал в своих видеороликах, визуализация оппонента, нам нужно визуализировать не одного оппонента, а 4, и все это еще происходит в движении. Надеюсь, все получится, надеюсь, вам будет интересно. Заключительный ролик ката Шихо раздела Хашири Гакари Мугайрю Майшиха. За 6 недель с перерывом на предыдущие выходные мы разобрали весь раздел. Я думаю, что это даст общее представление о школе Мугайрю Майшиха тем, кто с ней не знаком. Это даст определенную подпитку моим ученикам в скором времени, так как весна, кажется, уже наступила по-настоящему. Наши ролики приобретут более насыщенную динамику, так как в продаже появятся плетеные пляжные коврики, они же циновки для тамысыгири. Съемки видео будут продолжаться, возможно, не только в Волгоградской области. Аригато гадзаймашта. С Богом!